Всем привет! Сегодня на канале Дик ТВ ремонт вот такой коляски детской. А проблема заключается в том, что колеса, все втулки выработаны. И посмотрите, какой люфт. Вот такой вот люфт болтается. Все это пластик. Давайте посмотрим, разберем, снимем колесо и начнем ремонтировать. Итак, проблема заключается в следующем, что втулки здесь со временем ломаются. И получается то, что металл трет об пластмассу. Здесь стоят защелки, вот такие фиксаторы, это стопорятся. Вот давайте выделим. Вот. За несколько лет, за 2 года использования, видите, что с этими втулками встало. И то, что уже вот эта часть не держит она. Вот. Что я придумал, чтобы переконструировать наше колесо? У меня появилась идея поставить подшипник. Не один, а два. Замерил вот этот диаметр. Вот этот диаметр здесь. А наружный диаметр 30. Внутренний по диаметру втулки железной 1 сантиметр. Вот. Здесь убираем лишние, убираем переборки и вставляем подшипник. Также с этой стороны убираем переборки и вставляем второй подшипник. Подшипник я использовал 62 2 0. Для использования вот этого можно сточить, конечно, на токарном станке, если зажнет. Ну, можно и применить вот гравер. Вот такой у меня диск есть. Я его сейчас немножечко чуть-чуть сточу, чтобы у меня диск помещался вовнутрь. И вовнутрь я его просто отрежу. А переборки срежу ножом. Сейчас вы все это увидите. Переборочки мы срезаем ножичком. Аккуратненько. Вот у меня приборочки снялись уже. Сейчас будем подровняем края и как раз под подшипничек. Здесь остались небольшие шероховатости. Срезки краев. Мы это все будем убирать постепенно. Все будем. Сейчас возьмем паяльник, нагреем и аккуратненько пройдем паяльничком. Итак, мы проделали во второй половине тоже такое же отверстие, вырезали, убрали лишнее. Сейчас немножко закруглим паяльником, загладим, чтобы было бы как посимпатичнее, поровнее. И будем одевать подшипник. Покажу, как буду одевать подшипник еще. Итак, в общем, сделал я с двух сторон. Здесь под подшипник и здесь. Сейчас нам нужно будет эти подшипники опрессовать, одеть. Буду я делать это с помощью вот такой вот шпильки. Сейчас мы разбалчиваем шпильку и будем путем вдавливания одевать на колесо, как бы впрессовать без удара, без всего, методом закручивания резьбы. Так, одеваем один подшипничек. Здесь он уже залетает легко. Здесь почему-то немножко диаметр чуть-чуть побольше.
открываем второй подшипничек. Здесь уже довольно-таки посвободнее. Так, надо надеть маленькую шапочку и большую. Также закрутить гайку. Берем ключ 13 и второй ключ и начинаем крутить первым ключом, как бы впрессовывать подшипничек. Сначала пускай он как бы идет не очень хорошо. Подшипник запрессовался как с этой, так и с этой стороны. Теперь откручиваем шпильку и будем одевать на нашу коляску. А прежде чем ставить нашу коляску, вот эту вещь я отрежу в ноль. Покажу потом зачем, потому что вот эта часть нам уже не нужна. Мы ее смело откусываем и аккуратненько подрезаем ножичком, чтобы вот эта часть у нас была ровная. Это такой вот стопор, когда вот в нажатом положении он у нас этот, а если чуть-чуть оттягиваешь, он фиксирует у нас шпильку. Вот. Переходим к коляске, показывать, как одевать колесо. Так, вот наше колесо закреплено. Вот эта часть у нас около сантиметра. Если одевать сюда подшипник, он гуляет. Я же буду одевать вот чуть-чуть сюда вот с напуском. Оставлю здесь 1 сантиметр от края. Поставлю втулочку. Втулочку мне выточили мои друзья. Так, вот покажу я сейчас, какая втулочка. Вот такая втулочка. Любой токарь выточит вам. Размер по оси самой коляски, по оси вот крепления железки, это 1 сантиметр. А длина 1 миллиметр и наружный диаметр 17 под внутреннюю втулку подшипника. Вот. Одеваем сюда втулку вот до конца, чтобы у нас колесо было ровным. Так, далее. Итак, одеваем колесо сюда. Вот оно идеально лезет. Так, немножечко надо направить на второй подшипничек. Так, в общем, его до конца сейчас упрем. Так, у нас чуть-чуть вылезло. Сейчас мы его добьем. Все будет нормально. Так, еще чуть-чуть. Коляска трясется. Немножечко надо подержать. Чуть-чуть. Так, еще миллиметр. Отлично. По-моему, все, подшипник сел. Смотрите. Сейчас я введу назад камеру. Так. У нас получается сейчас здесь лишняя втулка, потому что я туда сел, и смотрите, колесо как жестко сидит. Это у меня коляска сама ставится, потому что стоит на этом. Вот я держу ее ногой. О, очень идеально. Так, теперь дальше, как вот это закрыть декор. Ближе я не стал, потому что она и так нормально никуда не денется. Ну,
есть чуть-чуть этот восьмерка, но это не страшно, потому что подшипники сидят в этом. Как бы в этой штучке. Вот сюда ставлю. В тучку такую. И сейчас закрою следующий этой тумкой. Одеваем в тучку. И все, у нас кольцо сидит мертво. Все, колеса едут. Задние колеса готовы. Вот если судить по передним, вот видите переднее колесо. Смотрите, какой люфт у него. Передний тоже я буду переделывать так же. Вот. А заднее колесо жестко сидит. Шатается со всей конструкции. Вот. А на этом все. Ставьте лайки. Пока-пока. Подписывайтесь на канал.